Так, у меня на работе лежит две трубы вот таких вот хороших, чугунявых. Одна таким вот диаметром тут. Сколько она метров? 4 метра. На 150 вроде как. Такая толстая вообще. Вторая чуть поуже. И вот пытаемся их достать и расколотить. Естественно, скинем. Все, трубу мы расколотили и увели. Снять не получилось. Поэтому показываю цену и стоимость. Цена чугуна 9999 рублей за тонну. За 45%, вес 146 килограмм, сумма вышла 1390 рублей. Бонус 1%, в итоге 1390 я получил. Просто взял и увез трубу с работы в скупку Чермета. Ну, на бензин будет. Всем пока, всем удачи.